Привет. Привет. Стоят на месте. Команда СИД. Умничка. Сидеть. Молодец, мальчик мой, молодец. Братульцы мои, всем привет. Дмитрий Виноградов, YouTube-канал «Мужская тропа». На дворе у нас июль месяц. Вот-вот уже скоро долгожданное открытие осеннего сезона по охоте 2023. Оно у нас начинается с 25 июля. И при любой возможности я выезжаю с Ричардом за город для того, чтобы отточить как его, так и свои какие-то охотничьи навыки. Что и вам, братцы, кстати, я желаю. В том году я приобрел себе бипер. Мне мои зрители под видео писали: расскажи, Дмитрий, что ты думаешь о нем. Но я им так и ответил: пока не будет какого-то у меня опыта с ним работы, пока я не посмотрю какие-то его плюсы и минусы, говорить ничего не буду. Ну и вот, друзья, спустя уже, наверное, больше года я могу о нем что-то рассказать. Давайте сейчас мы найдем какое-то тихое местечко, присядем и продолжим нашу тему. Друзья мои, ну что, мы на месте. Сразу же извиняюсь за какие-то потусторонние шумы. Позади меня трасса, но городские реалии дают о себе знать. От этого никуда не деться. Но все-таки давайте начнем. И хочу начать это видео с того, возможно, просто мои ролики смотрят и опытные охотники, а возможно, кто-то и начинающий. Для чего же все-таки нам нужен бипер? Бипер нам нужен для того, что когда мы охотимся с легавыми собаками, при обнаружении птицы они замирают в стойке. И, конечно же, если это труднодоступные какие-то леса, кусты, когда мы охотимся по осеннему вальшнапу, возможно, это будет, опять же, поля с высокой травой, когда мы охотимся на карастели. Визуально собаку контролировать очень тяжело. И когда она встанет в стойку, мы можем просто ее, как бы, да, потерять из поля зрения. Даже если мы будем давать команду, собака не всегда со стойки сразу подрывается, да, к хозяину, к своему. Так было на охоте один раз и у меня, когда Ричард стал по вальшнапу в лесу. И я, друзья, свистел, кричал, а он просто стоит, и все, и его не стронуть. И вот как раз после того случая, когда Ричард стал по вальшнапу в лесу, я не мог его найти, я, друзья, и задумался о приобретении бипера. Конечно, биперы есть фирменные, но они, друзья, очень дорогие. По моему карману такой бипер не купить. И я посмотрел несколько видео и наткнулся вот, друзья, на такую модельку. Она бюджетная, стоит около 2500 рублей. Заказывал я ее на Алиэкспрессе. Сейчас я объясню вкратце принцип работы данного бипера. У меня, как вы видите, вот на свистке висит вот такой вот магнитный ключик. На бипере есть такая, как бы, да, нарисована кнопка включения. Я подношу ключик к этой кнопочке, два сигнала, и бипер включился. Когда бипер находится на шее у собаки, и собака наша бегает, да, она трясется, то бипер молчит. Он совершенно не подает никаких сигналов. Но когда собака обнаружила птицу и замерла в стойке, да, соответственно, бипер не двигается. Проходит 10 секунд, и бипер начинает подавать нам звук. Этот звук происходит каждые 2 секунды. Давайте мы сейчас его выключим. Согласитесь, такой звук трудно не услышать, даже если вы будете в 50 метрах от своей собаки. И скажу вам еще больше, что громкость я здесь убавил. Я нашел очень хорошее видео на просторах интернета по настройке данного бипера, так как этот бипер имеет
несколько режимов, он имеет несколько звуков тональности, да. Оставлю эту ссылочку в описании под видео. Обязательно посмотрите, парень очень доходчиво все популярно вам объясняет. Давайте немного еще по характеристикам данного бипера. Ну, во-первых, производителям заявлено, что бипер водонепроницаемый. Он состоит из двух частей. Промеж них есть такая резиновая прокладка. В дождь я с бипером охотился благополучно и не раз. Никаких, как бы, да, тревожных звоночков не было. Но у меня был случай на охоте, когда Рич подавал мне утку с воды. И после этого бипер стал, знаете, реально подглючивать. Я его разобрал, просушил, и как бы все встало на круги своя. Возможно, когда я настраивал данный бипер, я неплотно протянул крышечки, и как-то влага промеж них попала. Но, скажу вам так, можно загерметизировать дополнительно силиконом, и я надеюсь, что все будет хорошо. Следующий момент. В бипере стоит не батарейка, а аккумулятор. В комплектации есть такая зарядка-подставочка, бипер ставится и заряжается. Аккумулятор 500 мАч. В принципе, на охоту мне всегда его хватало, на охоте он никогда не садился. Также с бипером и в комплекте был ошейник. Он был даже, друзья, очень длинный для моего курсхара, и я его немножко укоротил для того, чтобы не было, скажем, такого лишнего конца. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать по данному девайсу. Опять же, приобретать вам его или нет, решать только вам. Я считаю, что за эти деньги бипер на все 100% себя оправдывает и отрабатывает. Сейчас ставлю небольшой, кстати, кусочек видео в конце, как мы были на охоте по вальшнепу, и данный бипер также отлично работал. Ну а всем вам, друзья, желаю ни пуха ни пера в новом сезоне, рабочих собак, здравия, ну и увидимся в угодьях. Петрич! Привет! Привет! Молодец! Пойдем! Шикарная работа Ричарда! Шикарная! И бипер не подвел! Ричуш! Ричуш, иди сюда! Так, пал где-то там, и это 100% вальшнеп. Это, братцы, первый вальшнеп в этом году. Наш с Ричушечкой. Подай ко мне. Подай. Сидеть. Команда, сидеть. Дай. Ну, прости нас, дружок, прости.